А так спасибо вам большое за то, что поете вместе с нами, за то, что нас сейчас заряжаете. Не мы вас, а вы нас. Ой, будем скучать, я думаю. Надо как-то тянуть даже время для того, чтобы побольше с вами побыть вместе. Да? Вы думаете, мы приехали без подарка вашей Кольской АЭС? Нет, конечно, привезли. И привезли не просто подарок, а песня новая. Песня про день рождения. Называется «На невероятный день». В общем, мы вас поздравляем с 40-летием вашей АЭС. И самое главное, будьте здоровы, пожалуйста. Девочки, опять все для вас. Невидимка. Следующая песня. Yeah.
пишем такое достаточно лирическое, оно всегда со светлой грустью. Скажите, пожалуйста, у вас здесь еще существует взаимопомощь? Что вы сказали? То есть если человек попросит помочь, вы поможете? Конечно, нет! Ну, хотя бы один человек есть такой, который не помогает? Я! Есть, да? А давайте для этих людей вместе с вами споем песню. Называется она «Обернись». Ну просто, чтобы сердце как таяло. Понимаете?